Хочу вас немножко больше погрузить. Наверное, не просто в разговор. Очень сложно понять разговоры, когда все время включается ум. Постоянно идет, как ты хочешь что-то понять через состояние ума. И я попробую вам все-таки сделать это по-другому. Я попробую в этот раз на ретрите, да, это только лично, по видеосвязи это не получается, к сожалению. И я попробую на вот который у меня будет следующий ретрит. Я планировала его провести в марте, февраль-март, да. Но если будет много заявок, то я еще, наверное, сделаю его в феврале, в начале февраля. И там я приглашу шамана, да, который истинного шамана. Вот сейчас я веду переговоры. Почему шамана? Потому что я все-таки сейчас придерживаюсь пока, что если уж нам дано это белковое тело, и через него мы познаем мир, и так как я уже сейчас абсолютно точно и по ребятам, по многим, и по людям, которые исцеляются, когда мы идем в клетку, да, исцеляются. И есть уже у меня в моей копилочке случаи и раковых больных, трое человек, и с другими заболеваниями, которые исцелились при входе в клетку. И сейчас я понимаю, что войти в клетку – это не просто вход. То есть, смотрите, у нас есть вибрационное поле. И вибрационное поле, оно звучит по-разному. И у каждого есть своя вибрация. Вот. И есть вибрация Земли. И если вы посмотрите какие-либо, как человек говорит, вот бывает, что один и тот же человек говорит одну и ту же, например, одну и ту же информацию, вот один заходит вам, а другого вы не слышите. Это как раз говорит о том, что вибрационное поле разное. И мое вибрационное поле, оно, если так образно говорить, оно больше похоже, знаете, на что? Вот эти вот поющие чаши. Слышали их? Вот. Мне вот эти чаши, они меня не... Я через них многие вещи не могу прочувствовать. И я сначала не могла понять, почему вот многим нравится, а я не могу через них прочувствовать. И когда мы на аппарате померили вибрационное поле чаш и вибрационное поле моего голоса, у меня получается, что мой голос на примерно плюс-минус частотах вот этих вот чаш. Вот. И именно поэтому, что некоторые люди через вот эти чаши входят в определенные состояния. Я не могу войти, потому что у меня плюс-минус один и тот же... как он называется, вот эти вот волновые вибрации. Но я могу войти в определенное состояние, а если я могу, то значит и со мной люди могут войти через бубны. То есть бубен, но их очень много, сразу же скажу. Вот, они очень разные. Вот, и через определенные бубны из посвященных шаманов они могут делать вот эти вот порталы к самому себе. И через вот эти вот бубны я могу вводить человека в состояние себя, не в гипнотическое состояние, не путайте это, не в гипноз, где я там что-то буду, а в состояние себя, когда человек может тотально погрузиться в себя и увидеть, прочувствовать и начать перестраивать свою генетическую структуру внутри, то есть чистить ее. И как раз вот это вот я хочу сделать на следующем ретрите. Если будут какие-то вопросы, я пока это сформировать не могу, у меня прям вот четко. Я пока вам сейчас дала вот такую вот зацепку, наработку.
Если что, пишите, спрашивайте, если кто-то какие-то будут желания, пожелания и желания, ну, то, конечно же, я буду вас отдельно уже смотреть, сколько человек готовы быть. Потому что это непростой. Это будет непростой ретрит. Не каждый готов, наверное, в себе что-то менять, потому что наши болезни, я уже повторяла, да, наши болезни, наши недуги, наши какие-то задачи, вопросы, которые мы не можем решить, не потому что мы их не можем решить, а потому что мы не понимаем, что мы будем делать без них. Если их не будет, что тогда, чем я займу это место? И действительно, очень многие не готовы от этого уходить. И если вы все-таки решили поменять себя, мы же себя меняем. И это достаточно глубокая работа, потому что, представляете, вот вы уезжаете одним человеком, а приезжаете абсолютно другим. Вам к себе, к другому нужно привыкнуть. Во-первых, вам научиться с собой, с новым жить, вашему окружению, вашим близким. И это достаточно глобальная работа. Если вы готовы на такие большие перемены, то давайте.